Прицепилась вахтерша в греческом зале, в греческом зале.
вкус специфический. Пятой коронки стампует, шестой надевает, а за дикцию никто не отвечает. Закрываю и вижу на окраине маленький зал, где впервые на сцену я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду. Это было летом, летом, это было знойным летом, на асфальте разогретом перед входом в старый сад. Ждал я милый под часами, где-то мелись вы и сами, может быть, совсем недавно, может, 40 лет назад. Так волнует ожидание долгожданного свидания. Сердце знало, что любимая тоже явится сюда. Ты постой, не спеши, объясниться разреши. Обрати свое внимание на пожар моей души. И рукой не маши, так и быть сама реши. Твои очи, между прочим, очень дивно хороши. Огня, ты в сердце у меня, и я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая. И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, кто рядом с любимой идет. Вот так. Ну, как тебе? А тебе как, молодой человек? Молчим. Так, а тебе, простите, вам? Ну, судя по виду, жизнь прекрасна, а? Да уж. Молчим, а? Не отвечаем. Ну, что ж, молчание... форма безразличия. Ну, что такое счастье, радость? А? Ну, как? Не задумывались? Понятно. Не дано вам это понимать, людей. Вот именно куда? Куда? Ну, что такое боль? Не знаешь? Нет? Нет? И вы не слышали, молодой человек, об этом? Нет? Ну вот, что вот это означает? Нет?
не знаешь. А вы? Тоже нет. Вот. Либо оно есть, либо его. Кстати, по этому поводу анекдот. Недавно один больной скандал устроил. Ему рентгеновский снимок собственных внутренностей не понравился. Не таким я представлял себе свое внутреннее содержание. Товарищи врачи, вы что вообще понимаете свою задачу по линии успокоения населения? Вы что, вот этой вот этой бездушной, этой аполитичной машине перепоручаете важнейшее дело — показ внутренности моего желудка, моего, так сказать, кишечника? Мало ли, что вам там рентген намалюет, а вы что, отретушировать не можете? Анализы у меня, что это, роя у меня увеличенная, эритроцитов мне не додали, шариков у меня не хватает в крови. Товарищи врачи, вы испугались врачи и с перепугу решили не огорчать отдельных пациентов, стали составлять истории болезни в оптимальных вариантах. Сколько есть лейкоцитов у всех больных, сплюсуют, на количество прикрепленных поделят. Получается ажур. А для того, чтобы рентген не портил картину, выключили. Так в этом медпункте создали образ здорового больного. Я понимаю, почему вы улыбаетесь. В медицине этого не может быть. В медицине дело касается нашего драгоценного здоровья. Попробуй-ка, подсунь-ка нам не нашу электрокардиограмму, не наш снимок, или, не дай бог, не наш анализ. Да мы же... мы по судам затаскаем. Почему? Потому что мы честные, мы мужественные люди, мы требуем правды. Мы не потерпим никакого очковтирательства, никакой показухи, никакой лакировки. Дело-то касается нашего личного здоровья. Ну, а когда не касается? Ну, бывают такие случаи в жизни, когда дело не касается нашего личного здоровья. Ну, скажем, вот страна наша совершает техническую революцию – кибернетические машины, электронные устройства, атомные реакторы, вычислительные центры. Многие учреждения возглавляют крупные ученые, талантливые организаторы. И все же встречается и такое. Скажем, столяр, специалист, знает свою работу до тонкости. Начальник того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает эту работу, но уже приблизительно. Начальник этого начальника того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает, но отдельные места. Начальник этого начальника того начальника этого начальника того цеха, в котором работает этот столяр, что-то слышал, но не может вспомнить. И, наконец, где-то в тресте сидит человек, только что переведенный из другого ведомства. Поэтому, естественно, он об этом ничего не знает, ничего не видел и слышит об этом в первый раз. А если он все и решает? Ведь, как правило, он попадает впросак, потому что правильных решений только одно, а неправильных тысячи. Он может отпустить или срезать не свои государственные средства. Он может очернить или отлакировать не свою, чужую работу. Свою-то он как-нибудь. Не волнуйтесь.
У него же свое начальство. Ну, почему же не лакернуть? Почему же не прихвастнуть? Почему же не приврать? Скажем, изготовлена одна табуретка. Что такое одна табуретка? Одна табуретка погоды не делает. А если приписать нолик? Что такое ноль? С точки зрения такого человека. Ноль – это ничего. Написал человек ничего, а получилось, что изготовлено 10 табуреток. Написал два ничего, а получилось, что изготовлено 100 табуреток. А то, что на эти 100 табуреток сесть может только одна, простите меня, личность, это его не волнует. А ведь он обманул не только свое руководство, не только себя, а еще 99 человек, которые бегают, рыскают, ищут табуретки, которых вообще в природе не существует. Мы часто с вами об этом знаем, но молчим, потому что дело-то не касается нашего, личного здоровья. А вот человек молодым потерял здоровье. Почему? Много лет пробивал свой научный труд, ходил, спорил, доказывал, провел у кого-то в приемной полдня. Ну, подумаешь, простоял человек в очереди каких-то там 2-3 часа, но это один человек. А 10, скажем, женщин после работы простояли в очереди 2 часа, это потерянные 20 часов. А 100? А 1000? А миллион? А ведь это потерянное время украдено у детей, у семьи, у творчества, у государства. В очереди будут ликвидированы. Непременно это не так просто сделать. Казалось бы, лишние 4 продавца и нет очереди в магазине. А вот где взять этих 4 лишних продавцов? А может, из разбухших штатов соседнего учреждения, где сидят 4 бездельника, забивают козла и подписывают никому ненужные справки. В бумагу, которая пойдет на эти так называемые документы, может быть, заворачивать продукт. Правда, превратить бездельников в продавцов, в водителей, в официантов, это значит резко сократить количество бюрократов. Ой, товарищ, тут надо очень осторожно, очень, по-моему. В природе ведь все, все увязано и все укручено. Вынешь одно звено, разрушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Вы представьте себе, что было бы, если бы у нас, не дай бог, не было бюрократов. Это что, значит, только придешь, сразу примут? Только скажешь, сразу сделают. Только попросишь, сразу дадут. Что ж это будет? Народ по домам начнет сидеть? По телефону будут договариваться? Из дому люди выходить не будут? Животы пойдут? Общая вялость? Мужчины инфантильные, женщины индифферентные, дети малоподвижные. То ли дело сейчас. Здрасте, я к вам. Через неделю зайдете. Я к вам месяц скажу. Минутку. Так, это вообще не ко мне. Так, а с этим обождем, с этим переждем. И вообще ко мне в любой момент, в любую минуту. Ради бога, пожалуйста, если у меня не будет заседания, совещания, конференции, коллеквиума, конгресса и симпозиума, я вас обязательно приму, если к тому времени ваша просьба сама не рассосется. И тут вы чувствуете, как у вас желваки заходили, нервы заиграли, ножки напружинил и пошел по кругу. Обождать хорошо, переждать мирово, отказать прекрасно, мчишься по городу, легкий, крепкий, закаленный, и только слышишь хлоп-хлоп, это слабые отпадают. Остаются самые жилистые. Скорость, как у гепарда, кожа, как у крокодила, челюсть своя и запасная. Мужчины поджарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов. Большая польза от них. Народ крепчает.
открывается выставка. Ну, откровенно говоря, мы на выставке с законной гордостью можем показать такое. Весь мир ахнет. Ходишь по выставке, иди удаешься. Дубленки, полушубки, меховые манто, шерстяные кашне, кожаные перчатки, меховые варежки. Смотришь на все это и думаешь, неужели все это сделано в одном экземпляре? Люди-то по улицам у нас не голыми бегают. Одеваться-то мы стали значительно лучше. И все же между тем, что можно увидеть на выставке, и тем, что может приобрести покупатель в магазине, разница огромная. Все это, конечно, мелочи. Конечно, мелочи. Так вот, стоит ли среди огромных, могучих, крепко спаянных плюсов выискивать и вытаскивать на свет Божий какие-то, да, кое-где, кое в чем еще встречающиеся, но маленькие, крохотные, как туберкулезные палочки. Минусы. Стоит ли тратить на это здоровье? Свое? Личное? Здоровье? Директор одной крупной фабрики сказал, не было бы у нас этих чахоточных минусов, на которые кто-то не хочет обратить свое внимание, мы бы имели не одну такую фабрику, а три. Было бы у нас меньше минусов, стало бы больше плюсов. Ведь каждый перечеркнутый минус – это плюс, как к личному здоровью. Вот единственный путь достойный человека. Минус – это мой минус. Это твой минус. Это наш минус. Это у меня болит. Это у тебя болит. Это у нас болит. Это мой дом. Это твой дом. Это наш дом, как к личному здоровью. Этому нас учит время. Этому нас учит опыт. Этому нас учит действительность. Собственное сердце. Собственные глаза. И собственная совесть. Как к личному здоровью. А едем медленно, потому что всем надо быстро. Ах, дорога ты какая, ни конца тебе, ни края, по дороге всякая случается. Не сама машина ходит, человек машину водит, а ведь люди разные встречаются. Довезу вовремя, как часы. Будете, как штык. Вот говорят, у нас в учреждении труд-дисциплина жутко хромает. Правильно говорят. Ведь вот дня не проходит, чтобы кто-нибудь из сотрудников на работу бы не опоздал. Кто на минуту, кто на две, а то и на пять. Вот ведь. Да брали бы пример с моего начальника, с Василия Васильевича. Ой, у него вот в жизни не было такого случая, чтобы он хоть на одну минуту бы опоздал. Он у нас точный, аккуратный, требовательный к себе и к другим. Ой, что это? Не как 9 бьет, а его еще нет. Ой, неужто опоздает? Нет, бежит! Бежит мой Василий Васильевич! Вот. А, ты сюда! Аккурат! Аккурат! Через 4, через 4, через 4 ступеньки бежал! Боже! Что? Здорово!
на работу. Да. Не, не опоздать. Да. Слышь, полиция, приехала. Здравствуйте. Проснулся, смотрю на часы. Смотрю, без 7:09. Я шлепанцы надел, да. Пальто накинул, в машину помчался по улице. Смотрите, да. Действительно, я скорее сдохну, чем в кровати халата. Вот. Давай, тетя Маша, давай, действуй, исполняй свой долг. Да, быстро, да. Давай, быстренько, давай, срочно, давай. А, Ермолька мне, Ермолька. Это кто, Ермолька? Ермолька, да? Да, слушай, Ермолька, ну как, не опоздал, нет? Нет? Точно, вовремя пришел, да? Сам ты лишь. Не обманываешь меня, нет? Тогда поднимись наверх в отдел. Проверь, кто на сколько секунд опоздал. Понял? Потом доложишь меня. Да, ну, иди быстро. Иди, поднимайся. Я жду тебя с телефоном. Смотрите, выработка. Смотрите, еще. Да. Эй, Ермолька, да? Ты, да. Ну что, проверил, да? Проверил. Все? Испытал. Ага, хорошо. Да, не. Сейчас не трогай меня. Не трогай. До часу я не человек. Не трогай. Потом позвони. Потом поговорим. Потом. Сейчас мне... Ой, полчаса. Храповицкого. Ой, мне цены бы не было. Ой, девушка. Ну вот. Тут вам водичка подоспела. Сейчас проснётесь. Ой, батюшка, никак заснул сердечный. Ну еще бы, умаялся. Как же, и по улицам-то бежал, и чайку-то, небось, не попил, не подкрепился. Ой, милый. Алло, Василий Васильевич? Тише, совещание идет туда. Жаль, будить человека-то приходится. Василий Васильевич. Вставайте. Ну, Василий Васильевич. Ну, пора вставать. А? Ах, Господи. Василий Васильевич, вставать пора. Ну, Василий Васильевич, ну вставайте уже. Василий Васильевич. Там. Да вставайте же. Все. Хопс. Доброе утро, Василий Васильевич. Доброе утро. Сполоснётесь, сразу в себя придете. Ползу сразу, буду человеком. Ну да, ну пальто-то сымите, а то ведь забрызгаете. Вери. Ну, чего это там? Да петли мне сделали маленькие. Ну, Господи. Ой, Господи. Ну, давай. Разговаривай. Ой, шею. Боже, ты же, ой, Господи. Что это вы делаете? Никак не при костюме. Не, брюки успел надеть. Ну. А пиджак у меня в портфеле. У меня в портфеле. У меня лишней минуты не было наряжаться. Давай. Пара освежительных движений. Еще раз. Раз. Два. Три. И все. И вот так. И эспандерчик. Вимай. Так. Раз. И два. И три. И четыре. И пять. И еще один раз. И еще один раз.
Так, дядя Маша, быстро, и сюда. Ну-ка, давай, в ладошки прихлопывай. Еще раз. Ну-ка, давай, 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 быстро. Покажи, на что ты способна. Давай, дядя Маша, быстро. Буфет за пончиками. Давай, ну-ка, быстро. Одна нога здесь, другая. Нет, простыл. Да, слушай, кто это? А, Иван Ефимович. Ага, привет. Что вы, Иван Ефимович, что вы? Уже давно здесь, минут как 40, священодействуют. Вот да. Там пончики, бумаги. Да, бумаги-то мне принесли, бумаги. И поезд вот. Подоспел. И дело горячее у меня, понимаешь? Горячее, очень горячее. Так, слушаюсь. Так, ага, понял. Так. Понял, да. Будет заседание по труддисциплине. Сейчас ждите меня, не сам лично прибуду, дам указания. Хорошо, есть так. Ну-ка, давай, быстренько. Давай. Быстро, пиджак доставай. Давай, быстренько. Меня народ ждет. Давай, так. Вот, раз, два, и в дамки. Вот и все. Ой, батюшки, во что оделись-то вы? Ой, мама дорогая, это же пиджак-то моей жены. Ой, так... Ну, давай. Давайте, я пуговички перешью. Он может. Рядом на стуле висел. Ну да. Ну пуговички. Да ничего, обойдется. Вот так будут держать, все. И вот. Ничего. Или пальто прикроется. Да. Скажите, что знобит. Знобит мне холодно. Вот. Все, да. Ладно, давай. Быстро доставай. Неудобно, а то шлепаться. Не давай. Давай, быстро. Давай. Скажи! Меня народ ждет. Давай. Так. Ой. Мама. Ой-ой-ой-ой. Мама дорогая. Ой. Так, это туфли моей жены. Ну ничего. У нас одинаковый размер. Ничего, хорошо, очень, очень удачно. Так, я у меня 42 размер, у нее 44. Все, нормально. Ладно, хорошо. Чайку-то хлебните, Василий Васильевич. Погоди. А то с ног. Подождите, ну тебе меня народ ждет. Слушай, кто это? А, Ермоленко, слышь, ну что? На сколько опоздал? На сколько секунд? Так, 2 секунды. Слышь, значит так, срочно выговор, немедленно требую. Я требую, понял, нет? Вот так. Требую выговор. Вот так. С предупреждением. Вот так. Понял меня? Вот так. Давай. Иди, тетя Маша. Действуй. Давай. Работай. Сейчас. Пешеходами, шофёрам повторять бы надо хором правила дорожного движения. Ох, пешеходы и шоферы, все мы из одной конторы. Вот оно какое положение. Так, слушаю. Угу. К универмагу и побыстрее. Так, есть побыстрее. Всем надо побыстрее. Все торопятся, все спешат. Да правильно, как сказал один пассажир, какой русский не любит быстрой езды. Да, вон, видите, он тому тоже захотелось побыстрее. Ой, чуть под машину не попал. Вот не ценят у нас люди бесплатного образования. Не каждому, видимо, оно впрок. Ну, ничего, сейчас вот постовой проведет дополнительные занятия, правда, уже не бесплатно, а за десятку. Но, может, оно и лучше, потому что по статистике человек, однажды оштрафованный на 10 рублей, как правило, под машину не попадает. Потому как наш человек жизнью всегда расстаться готов, а вот с десяткой никогда. Да, вот вез я как-то тут одного... парнишку, вы сами-то из управления будете, да? Из управления, я слышу по разговору, да. Тут тоже вот, тоже из управления, тоже вот так же, как вы посреди рабочего дня. Ну, говорит, подкинь, говорит, меня, дяденька, быстренько к универмагу. Вот, а то, говорит, там паласы продаются, а начальник меня только на 3 часа отпустил. Я говорю, как же посреди рабочего времени? Он говорит, а чего? Я, говорит, видите, по 8 часов в день провожу. Каждый день, говорит, по 8 часов в управлении. А вы хотите, чтобы я еще и работал? Я говорю, ну, а совесть-то надо иметь. Он говорит, папаша, не волнуйся. Машина едет, работа стоит, зарплата идет. Я говорю, ну, как же, время-то время, рабочее же время. Он говорит, а что время?
Время – это расстояние между двумя зарплатами. Угу. Так и сказал. А чего? Раньше попу исповедовались, а теперь нашему брату, таксисту. Ой, я вот думаю, поставить бы такому деятелю счетчик на работу. Вот видите, у меня счетчик. Счетчик стоит. Ага. Вот я еду, вас везу, а он работает тик-так, тик-так. Вот глянул бы этот деятель на счетчик, ваша работа. Думать, я так понимаю, да? Правильно, думать. Вот он глянул бы на счетчик. На счетчике-то 10 копеек, а думал он на 10 рублей. Оказывается, он не о том думал. Вот принес бы он домой эти копейки, она бы его, соответственно, и накормила. Глядишь, на другой день натощак он и думать о коврах забыл бы. Стал бы думать о деле. Да, это верно. Не всюду его поставишь, этот счетчик. А жаль, очень точная штука. Вот с вас 2 рубля 73 копеечки. Века минуют на земле, пускай минуют, мы не против следов раздумий на челе. Сколь ни ищите, ни найдете, и нет слезинок на очах, и не страшны нам злые тучи, ничто нас не повергнет в прах. Мы восхитительно живучи, ни грусти, ни веселья, ни ночью и не днем, в своей прозрачной келье мы призрачно живем. Мы постоянно на виду, всегда с иголочки одеты. Зачем себе же на беду искать любовь по белу свету? И ни друзей, и ни врагов мы никогда не наживаем, не обожаем никого, и никого не обижаем, ни грусти, ни веселья, ни ночью и ни днем, в своей прозрачной келье мы призрачно живем. Не знаем ни добра, на мир взираем безучастно. Пускай витрину бьют ветра, и пусть дожди в нее стучатся. Фигуры из папье-маше с
спокойный в суете столичной. И то, что вам не по душе, нам безразлично, нам безразлично, нам безразлично. Большой. Гляди-ка, знакомый таракан. Филипп Сергеевич! Оу! Привет! Приветик! А? На 12-й этаж залез, да? А? На 13-й? Ай. Ну как мы сверху-то как? Люди-то все. Как жуки, небось, хлопики, а? Не слышишь? Вот и я не слышу. И я, ой, что-то штаны. А кто в штанах, уже не вижу. А длинные волосы, значит, пацан. Или девка. Да, дом большой. Народу много, а поговорить-то... А так хотелось бы. Так хотелось бы, так... И так естественно же, это по-человечески. Просто пообщаться, поделиться, по... А, здрасте, дедушка, здрасте. Здрасте, миленький, здрасте, как головушка-то, как? Побаливает, ай-ай. А таблеточки-то принял? Мали, приним. А и капельки, и капельки, ничего. А эти пиявочки, и грязечки, и примочечки, и никак, ничего. А вот еще и ядиком змеиным. О, и ядик примешь, и уже все. Уже больше ничего не надо. Очень совет, очень, очень. И еще массажик головушки, массажик. Ага, колышком по головушке. Коломбы, побалде тебе. Я ему, дедушка, и здрасте, зашел бы старый хрыч ко мне, навестил бы, пригласил бы меня к себе на чашку чая. Так нет, физиономия ему, видите ли, моя, не нравится. Может, я из-за твоей рожи тоже по ночам кричу? Сучок в тюбетейке. А вот так, чтобы покалякать вечерок, провести с кем? Не, вот с кем, вижу. Ой, книжечки, да, книжоночки, книжулечки, как у вас времечко-то хватает, и чужие написать, и свои прочитать. Ой, господи, здоровечко. Я говорю, пожалели бы себя-то сразу за бумагу, сразу за чернил, сразу за перо, сразу писать, сразу свои книжечки эти, книжоночки, книжулики, все жулики, все. Этот жулик самый страшный. Отца родного не пожалеет, а пишет с ног до головы. На 12-м этаже этот орел живет. Я в лифт, вжик, вверх, к его квартирке на цыпочках подхожу и в звоночек. Дзинь. Он к дверям подходит, как обычно писатели говорят. И кто там? Я говорю, вжик, в них, с телефона-автомат ему. Дринь, он трубку снимает, как обычно писатели говорят. Алло. Я молчу, он, слушаю вас. Я в это время вжик вверх, дзинь, вжик вниз, дринь, дзинь, дринь, дзинь, дринь. Он, алло.
Слушаю вас. И кто там? Ну, ничего, думаю, хоть ты и писатель, а через час ты у меня всю литературу забудешь. Ты у меня гавкать начнешь. Час прошел, он все так же. Алло. Слушаю вас. И кто там? Верите, нет? 4 часа он надо мной измывался. Потому что мне надоело, я по телефону ему дринь, он трубку снял, я ему в ухо свистнул, пошел домой. О, люди! Никакой гордости, нет того, чтобы человека из ведра облить. Какой-никакой разговор бы начался у нас. Послал бы он меня, я его. Все это как-то, какая-то беседа, какой он еще один криводуй идет. Батюшки, кого мы видим? Кого мы видим, кого мы слышим, кого мы лицезреем, как хозяюшка-то как? Ой, все хлопочет, все хлопочет. А девочка ваша, она же балеринушка, все вертится, все крутится, все вертится. Никак не остановится. Кому этот гардероб такой несут? Ой, гарнитурчик-то какой, ой, польскенький, нет? Нет, немецкенький, нет? Румынскенький, ну да, девочки свои, девочки, балеринушки, солисточки свои, лошадки свои, этой кобыли своей, корове своей, крокодилу кривоногому. Солистка. Солит таких солисток не пересолить. Моя племянница с ней в детский сад ходила, фотографию показывала, стоит эта солистка в одних трусиках. Господи, шейка тоненькая, ушки торчат, ножки кривенькие, из ножу течет. Учительница бывала, соберет их в кучу. Дети, будем папу, маму слушать? Они все, будем. И эта соплистка, будем. Ноги как руки, руки как грабли, вместо головы шишка. А так, чтобы вот о литературе, о симфонии, о Шостаковиче. А вон еще цирк идет. Цирк на голове-то шапито. Уж так мы рады. Уж как мы рады. Ой, где же вы пропадали-то столько времени? Год целый, да? Год, цельный год. Где же? В Америке были гастроли. Ну да, гастроли. В Америке и в Парижике. И в Мадридике, да? Ну как же, и в Веночке были. Вы же весь мир объездили, да? Облазили, оползали, обштопали, обмешурили, объегорили. Дрессировщица эта, выдра устроилась. Она свою морду льву в рот кладет. Фокус-то простой, она предварительно все зубы у него повыдергивала, не то что ее морду, он на мясо смотреть не может, которое ему 12 кило в день полагается. Так она льва пшеной кашей кормит, а львиную долю своим детям отдает. Видел я этого льва, худой, как велосипед. Зато ее дети на велосипедах катаются, во загривки, как у львов. Весь мир объездил, а что она видела? Она же свою морду изо рта не вынимала. Все жулики, все. Я не голословно, по квартирам походит, вы такое увидите? Такое? У вас не то, что волосы, лысина дыбом встанет. 98-я квартира. Ну, самогонщик живет. Самогонщик ни разу не видел, чтобы за водкой бегал. Значит, ясно, сам гонит. 26-я квартира, она говорит, что муж у нее геолог, из экспедиции он не вылезает. Из тюрем он не вылезает. Вы же не проверяли, нет? Нет, и я не проверял. Значит, ясно, вор, рецидивист, и проверять нечего. 6-я квартира, она на Мосфильме работает, ей бы бревна таскать. Она в кино снимается. Мурлин Мурло. Ее мордоворот во сне увидишь, не проснешься. А вот так, чтобы для души, чтобы для интеллекту, для интереса. Дом большой, народу много. А поговорить хорошему человеку не с кем. А в этом доме человек остался один. Светы. Ой, с ума я сошел. Без 10:10. А в 10 должны прийти гости. Так. Ничего. Ой, ничего. Как же так, ничего. Так. Thank you.
Ничего. Так. Так. Значит, здесь у нас будет сидеть Иван Кузьмич. Так? Ему как директору самое почетное место. Так, правильно. Так вот, мы ему сюда, поближе заливное. Так, Николай Николаевич, как бухгалтера, мы к селедочке пристроим, а его супругу между салатиком и грибочками. Так, нет, колбаску мы отсюда уберем. Уберем и поставим ее вот сюда. Вот, к Надежде Сергеевне, к Наденьке. Ой, чудесная девушка. Жирновато немного. Ну, ничего, с горчичкой сойдет. Так, хорошо. А куда же мы жену? Так, а где хрен? Ага, вот хрен. Так, значит, здесь будет жена и хрен с ней. Так, а где же шпроты? Так, где шпроты? Ага, вот шпроты. Надо открыть, а может не открывать? Нет, надо открыть. Все-таки такое событие. Полгода ждал. То Иван Кузьмич в командировке, то к нему жена приехала, то другое. И вот, наконец. Все. Наденька, Надежда Сергеевна. Вот маслиц к нему придвинем вот так сюда, поближе. Я к вам притащу самого. И притащила. Личный секретарь. Все может. А мне что? Мне главное, чтобы Николай Николаевич, как бухгалтер, подсказал. А Иван Кузьмич, как директор, подтвердил бы. Ой, тогда бы. Надо открыть. Жена будет ругать, конечно. А ей, дура, не твое дело. Ради такого дела ничего не жалко. Пойду к соседке, возьму ключ консервный. Так. Здрасте. Все правильно. Полгода прошу жену заказать второй ключ, не могу добиться. Полгода прошу. Сейчас жена ушла, ключ взяла с собой. Гости придут, дверь заперта, все правильно. О, уже идут, уже пришли. Что делать? Что делать? Кошмар. Ой. Ой. Да-да. А, это ты, Катя. Фу, слава богу. Ну, что ж ты, ушла? Заперла дверь. Ты же знаешь, что должны прийти гости. Ну, ну что ж ты? Как у меня? Что? Да как же он может быть у меня, когда я спала, ты ушла? Ну, минуточку. Ты мне скажи, когда ты ушла, я спал? Я понимаю. Я все понял. Ты мне скажи, когда... Невозможно просто. Ну что, что? Это я понял. Кончила, все, да? Все. Ну все, да? Да. Ты мне скажи, когда ты ушла, я спал? Лично спал я? Ты спал? Ну, в чем же дело? Ну, у себя посмотри. Ну, в сумочке посмотри. Ну, посмотри в сумочке, ну. Смотри в сумочке, ну. Ну, в кармане посмотри. Да откуда он мог? Минутку, давай спокойно разберемся. Ты подожди, не. Что ты орешь, Что ты таращишь глаза? Спокойно, давай. Ты мне скажи, кто закрыл дверь? Не, минуточку, ты скажи, кто закрыл дверь? Откуда я мог... Да как же я мог... Не размахивай руками. Минуточку. Как же я мог закрыть... Николай Николаевич. Здрасте. Николай Николаевич, здрасте. Понимаете, вот я прилег, а жена ушла и взяла с собой... А я говорю, взяла. Да. Николай,
Бывает, да. Ну, да. Смешная ситуация. Да, я понимаю. Николай Ильич, скажите, а как у вас со сметой? Да? Да, урезали, это бывает, да. А дочка как? Растет, да. Это плохо. Не, я говорю, растет хорошо, а урезали. Плохо, господи. Да откуда? Где на столе? Чего мне искать, когда он должен быть у тебя? Сейчас, Николай Ильич, как дочка, то есть смета, то есть это жена? Да, я вас понимаю, у меня то же самое, то же самое. Что здрасте, здрасте? На, потеряла ключ, теперь здрасте. Наденька, ой, здрасте, я не узнала вас, Наденька. Наденька, понимаете, такая ситуация, понимаете, я прилег, а жена ушла и взяла, а я говорю, взяла. Тебе не голова вообще, а у тебя вот что. Что, войдите, войдите. Войдите, главное, войдите. Войдите, куда войдите? Войдите. Ты давай иди за слесарем. Ты, Наденька, я все понимаю. Вы же такая, ну вы же такая умница. Вы дура. Это я не вам. Это я ей, да. А вы же душенька, вы же милая. Это не ей, это я вам. Иди за слесарем. Не разговаривай, иди за слесарем. Все. Николай Николаевич, фокус, хотите покажу фокус? Вот, смотрите, вот, видите, исчезла. И нету, вот, исчезла. Вам видно? Вот так, вот. Или вот, посмотрите, вот, они, последний номерочек, вот, огонек, вот, пожалуйста, смотрите. Или анекдот расскажите, Наденьке, какой-нибудь. Вот. Или, друзья, давайте споем, а? Давайте споем! Вот! Что-нибудь вот. Тореадор, не выйди в коридор, где же тот ключ, чтоб он пропал? Он должен быть, мы здесь сейчас найдем. Где же тот ключ? Он здесь найдем и выйдем. Мы сюда сядем за стол, тореадор, и выйдем в коридор. Тореадор, пришел Иван Кузьмич. Иван Кузьмич. Приветствую, Иван Кузьмич. Очень рад приветствовать вас, вот, видеть вас у себя, то есть слышать у себя дома, то есть на лестнице. Такая нелепость, понимаете, вот, можно сказать, ирония судьбы. Что вы? Нет, я говорю, ирония судьбы, ирония. Нет, ирония судьбы, говорю. Да. Иван Кузьмич, сейчас. Вот Катенька пришла, знакомьтесь, пожалуйста, это Екатерина Павловна, моя жена, а это Иван Кузьмич, это директор наш. Вот, Катя, ну что, закрыто? Значит, что же, слесаря не будет? Боже ты мой! Ой! Иван Кузьмич, сейчас, одну минуточку, сейчас мы что-нибудь придумаем. Сейчас, Катюша, пожалуйста, сходи к соседям, одолжи у них телевизор, пускай поставят на площадке, пускай дорогие гости развлекаются. Так, фу, пропал. Какое уж тут повышение, тут бы как бы вовсе не уволили. Ой, Иван Кузьмич, сейчас, одну минуточку, сейчас мы что-нибудь сообразим. Дорогой Николай Николаевич, Надюшенька, пожалуйста, пригласите Ивана Кузьмича на тур вальса. Пожалуйста, Иван Кузьмич, посмотрите, дорогой, посмотрите, что здесь есть, посмотрите, вот грибочки, видите, вот салатик мясной, а это приложите нос к замочной скважине, понюхайте, это рыба. Рыба это в маринаде. Это почему издевательство? Да что вы, я же от всей души, Иван Кузьмич, что вы, я же,
Да что вы, что вы? Я же, как можно сказать, как счастье ждал. Я... Иван Кузьмич, куда? Куда вы? Иван Кузьмич, Николай, Наденька, куда же вы? Наденька! Куда же вы? Ой. Ушли. Что такое? Что? Куда? 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 Куда, милый? Куда? Ха. Куда я тебя такого повезу-то? Что ты, милый? Что? Что и ты? Не понял я. Улица и Игнатова, что ли? И? Что и-то? Что и? Ильинские ворота? А что? Я не понимаю, что у нас на и-то? Что у нас еще будет? А ты просто икаешь. Ну да, извини, я не понял. Ну да. Милый, куда я тебя повезу? Сейчас у тебя с людьми-то ничего общего. Это же машина для людей. Сейчас тебя и ветеринарный не повезет. Ну что ты, милый? Уважающий себя пес с тобой в одну машину не сядет. Ну, ты же ему все обоняние отшибешь. Он же после тебя ничего, кроме столичной, найти не сможет. Ну, куда? Чего ты? Чего? Погоди. Не пей ты из лужи-то, погоди. Оставь ты голубям. Что газировка? Вон она газировка-то, вон. Да, тебе, пожалуй, сюда не дотянуться. Ну, давай, поднимайся, давай, поднимайся. Ну, за столбик возьмись и давай, поднимайся. Вот так, вот. Смотри, а то он покосился совсем. Вот хорошо, вот, выпрямился. Вот теперь вся надежда на тебя. Вот стой, вот, а то он завалится. О, опять, ну, хорош ты. Ой, голуба, расслабился. Энергию экономишь, да? Ясно, да. Ой, что же мне с тобой делать? Как сказал один пассажир, поближе к матери природе, поближе к матушке земле. Ну, видимо, не этот случай он имел в виду. Он за тобой мотоцикл едет с ванночкой. Да, правда, принимать тебе ее не дома, но лучше бы тебя такого дома не видели, товарищ старшина. Принимайте. Вот. А моя вахта кончилась. Слушаю вас. Ясно. Так. Ну, видали, как назизюкался-то? Чем самое интересное, что получается? Чем человек больше пьет, тем ему большее уважение оказывает. Вот в нашем парке работает один, значит, алкаш, выпивох, он жестянщиком числится. Вот я кто? Я Егоров, тот Петров, это Сидоров, а он у нас... Дорогой наш Кузьма Кузьмич. Ну, еще бы недорогой. Вот его 3 рубля 62 копеечки, они в такую копеечку государство обходится, такую копеечку влетает, что аж страшно делается. Он нас так 3 дня пьет, 4-й день опохмеляется, 5-й день работает, ну, 1 день он вытерпеть может. Вот. Но 6-й, 7-й день, сам Бог велел, он у нас отдыхает. Обычно. Пришел пьяный человек к воротам
ему сразу отворот-поворот, потому как у нас не свиноферма, у нас таксомоторный парк, у нас люди. Вот. Ну, пойдет Кузьмич домой поспать, а исковерканные-то машины у нас в парке остаются. Вот. И это Кузьма Кузьмич так бывает, нас под Кузьмич, что мы по полгода без премии сидим. Ну, как солнышко выглянет, как Кузьма Кузьмич трезвым на работу заявится, у всего таксомоторного парка праздник. Так тут только не зевай. Сразу отряжай ему на квартиру кого-нибудь, чтобы посуду сдал. Потому ежели сам Кузьма Кузьмич этим делом заниматься начнет, он раньше четверга на работу не явится. Вот. Ну, потом надо химчистку его, костюмчик отвезти, потому как они во время принятия часто пачкаются. Деньги-то, зарплату, что он на ней не теряет. А если он заявится после дождичка в четверг, а точнее в пятницу, ему сразу все в ноги. Отец родной, не погуби. Кузьма Кузьмич, дорогой, выйди на работу в субботу-воскресенье. Он-то? А почему бы ему не выйти? За сверхурочень-то вдвойне платит. Что делать? Что делать? А вот в одном парке придумали, что делать. Каким пьяным распьяным такой Кузьмич на работу не явится, они его домой не посылают. Не, что вы. Они его сразу под холодный душ, чтобы из него дурман вышел. Потом под нос полбанки наштыря, чтобы он в себя пришел. А чтобы ноги его держали, они что придумали? Они, значит, петлю на шею и конец веревки прямо к подъемному крану. Он и упасть не упадет, и от рабочего места отойти не может, потому как на поводке. Руки свободные, давай вкалывай. Вот он и вкалывает. Хлопотное, конечно, дело. Хлопотное. Ну, кран тут надо держать. Потом этого крановщика. Но зато все с премией. Да, с этим делом пора кончать. А то, как сказал один пассажир, пьет-то один, а голова болит у всех. Выходных. Люди, с ума посадили. Люди, вместо того, чтобы отдохнуть и по квартире пошататься, убивают время почем зря. Вот в прошлое это я... Воскресенье. Прошлое воскресенье потянуло она меня на это. Ну, как из ворот выйдешь, сразу направо. На это она. На вернисаж. На выставку. Я думал, музей как музей. Это не музей, это хуже забегаловки. Слушай, горячего нет? Нет горячего. Горячего есть? Нет. Горячего? Нет. Один только сыр и кофе. И сыр-то какой уже. Он уже весь загнулся, его хоронить пора. В Эрмитаже хоть солянка была. А на этом вернижасе одна минеральная. Да нет, думаю, так думаю, не отдохнешь.
а воскресенье проходит. Ну, пока экскурсия на статуе таращилась, я из музея выскочил, прихватил кое-что. Ну, все это как следует, расстелил газетку, все еще чинарем, вахтерша. Прицепилась вахтерша в греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно, как вам не стыдно? Аж пенсне у нее раскалилось. Эй, так тихо замечаю, что ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Что же мне из горлышка булькать? Она в греческом зале, в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что селедку? Я ну, разложил я ее селедку на плече у него. Ну и что? Он 2000 лет стоял без селедки, пусть с селедкой постоит. Что ему сделается? А мне зато на работу идти, понимаешь ты, коза старая. Хотел я консервную банку открыть, я бычкой с собой прихватил в томате. Мировой закусон. Слышь, от смех, от умора, музей, нечем банку открыть. Куда я только не лазил, приспособился под конем, оторвал какую-то железяку, только вдарила она как заверещит, у меня аж банка из рук выпала. Я говорю, чего ты дребезжишь? Что я тебе трогаю, я тебе кусаю. Ты видишь, у меня полно продуктов, на часах уже 3, а я еще ни в одном глазу. Ты можешь мне штопор вынести? Она в греческом зале, в греческом. Я говорю, тебе штопор есть в греческом зале? Вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю, ты понимаешь, что без штопора мне не открыть. Я об пол буду стучать, я же мешать буду. Это же музей. Темнота, слушай. Темнота. Никакой культуры, слушай. Намучился я так, слушай. Я оторвал вторую железяку от этого же коня, пропихнул пробку внутрь. Но настроение, конечно, уже... какой-то гробнице, в одиночку, в кромешной темноте, ни черта не видать, ни черта. Где закуска, где бутылка, где что, где? Где горлышко, куда лить, откуда, что ждать? Раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками, все это руками. Хорошо, там рыцарь стоял на камне, кинжал хоть вытащил. Порубал хоть колбасу на куски, вылез из этой гробницы весь в паутине, весь в бычках. Поковырял того рыцаря, слушай, труха внутри. Внутри средневекового рыцаря нашей опилки. Ой, дурят нашего брата. Ой, дурят. А тот железный, который на коне, тот ничего, тот крепкий. Меч я у него вырвал из руки, щит рвал-рвал, не идет. Вот тебе музей убил выходной день. Ежели бы не это дело, никакого удовольствия.